подсемействе, броненосцы около 20 видов, объединенных в 9 родов и 5 подсемейств. Длина тела с хвостом у самого мелкого вида, плащеносного броненосца, 15-18 см при весе около 90 граммов. У самого крупного, гигантского броненосца, до 150 см при весе более 50 кг. Обитают в основном в Южной Америке, три вида заходят в Северную. Населяют открытые ландшафты. Питаются насекомыми, особенно общественными, наземными беспозвоночными, падалью. Чрезвычайно активны в рытье земли, как в поисках пищи, так и для строительства нор. Некоторые виды наряду с постоянными роют многочисленные временные норы. Два наиболее мелких вида полностью перешли к подземному образу жизни. Основные враги – пумы, койоты, волки, собаки. Во многих странах служат объектом охоты ради мяса, считающегося деликатесом, и панциря, употребляемого на подделки, музыкальные инструменты, декоративные корзинки –